За 6,5 лет, что Григорий Александрович Потехин работает электриком на предприятии «Мсталькон», он ни разу не пожалел, что однажды в колледже выбрал именно эту специальность. Поначалу, как признается сам Григорий, работать было тяжело, но эти трудности только сделали работу еще любимей. Это везде нужная профессия, без нее никуда. Она даже в любом месте, где надо, по-любому с работой будешь. По словам Григория Александровича, без дела на производстве он не сидит. Порой срочные дела отвлекают от основной работы, за которую электрик принимается позже. Иногда, чтобы починить какой-то агрегат, нужна профессиональная рука не только Григория, но и его коллеги, которые работают совсем по другому профилю. Нельзя сказать, что работа Григория однообразна. Чинить порой приходится все. Абсолютно все. Оборудование, все, краны, все. Сварочники, ну все оборудование, которое в цеху находится, тележки, ну, все делаю абсолютно. Кран сломался, допустим, или Вира, или Майна, или ход моста. Все, идешь на кран, все это делаешь, ищешь причину, почему сломалось. И буквально там быстро-быстро надо все сделать, так как цех работает, останавливаться нельзя. Быстро-быстро находишь, все делаешь причину. Желание, стремление, терпеливость и ответственность – это качества, которые нужны не только в профессии электрика, но и помогут в жизни каждого человека. Но даже имея большой багаж знаний и навыков, Григорий сталкивается с форс-мажорными обстоятельствами. Когда оборудование начинает лететь, когда не выдерживает темпов работы, вот тогда да, приходится прям бегать, 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 еще раз бегать, чтобы все сделать быстро. Как говорит Григорий, кто хорошо работает, тот должен хорошо отдыхать. А свой отдых он видит с семьей или с друзьями на рыбалке или хоккейном матче. Но жизнь без своей работы он уже не представляет.